Основной площадкой спортивно-массовых мероприятий, посвященных Дню Республики и Дню Города, традиционно стал парк культуры и отдыха «Зеленый остров», где состоялись мастер-классы именитых спортсменов и соревнования по стритболу между спортсменами и спортсменками практически всех возрастных групп. Этот относительно новый для Карачаева-Черкесии вид спорта стремительно набирает популярность, о чем свидетельствует большое количество участников турнира. Более сотни мальчишек и девчонок боролись в этот день за победу. Одной из них стала 10-летняя Мария Корчевская. Этот турнир для нее уже второй опыт выступления в стритболе, а в целом баскетболом она занимается уже больше года и точно знает, чем ей он нравится. Параллельно на стадионе для пляжных видов спорта прошли масштабные турниры по гандболу и волейболу, за победу в которых боролись команды не только из нашей республики, но и других регионов России. Стадион был разделен сразу на три игровые площадки – две волейбольные и одну гандбольную. Традиционно уровень инфраструктуры и организации турниров по пляжным видам спорта получает очень лестные оценки от приезжих участников и гостей. Вы знаете, я каждый раз, когда приезжаю к вам в Черкесске, приезжаю на этот стадион или на какое-то другое спортивное сооружение. Мне всегда очень нравится то отношение, с которым руководители отрасли физической культуры и спорта относятся к организации этих соревнований. Очень здорово. Многие могут поучиться у Черкесска то, как эти мероприятия нужно проводить. Тонус прекрасный. Ребята все с удовольствием участвуют в этих соревнованиях. Видимо, здесь никого не нужно заставлять участвовать. Все с огромным удовольствием, с радостью участвуют в этом празднике. Одним из самых интересных матчей стала встреча между гандбольной командой «Спартак» Черкесск и юношеской сборной Карачаева-Черкесии. Чтобы немного уравнять шансы команд, в составе юношеской сборной сыграл капитан сурдолимпийской сборной России Мурат Чамаев. Победу в игре одержала команда «Спартак». Однако, по признанию опытного спортсмена, потенциал молодых игроков Карачаева-Черкесии его приятно удивил. От игры только положительные впечатления. Такие турниры могут только море эмоций позитивных приносить, тем более в честь такого праздника. Спасибо организаторам, ребятам, что собрали нас. Будем стараться показывать зрелищную игру. Про молодежь нашу что скажешь? Молодцы, прибавили. Меня же здесь нет, я как бы не наблюдаю за тем, как они тренируют, прогрессируют, но прогресс есть. В общей сложности в спортивных мероприятиях, посвященных праздничной дате, приняли участие порядка 500 человек. Сами спортивные турниры очень органично вписались в программу празднования Дня Республики и города Черкесска.